У Новой Гуте отбылся открытый областный турнир по дзюдо на призы управления следшего комитета. Поединки проходили на татами с дюшар Гомельского района. На протягу 10 годов под эгидой УСК проходит доброчинный проект под назвой «Служить и оборонять». Традиционно его совмещаются с спортивными споборництвами сярод молоди. У центра уваги – одиноборство, рукопашный бой, панкратион, самбо и дзюдо. Подчас церемонии открытия лепшие следшие отримали нагрудный знак «Служить и оборонять». Означили подарунками и лепших спортсменов. Всегда приятно поддержать молодых, талантливых, целеустремленных. Мы понимаем, какой это титанический труд достигнуть такого уровня, даже такого уровня, который сейчас уже проводят участники этих соревнований. Поэтому всегда приятно поддержать таланты и частичку отдать и сердца своего, и какой-то материальной поддержки. Открытый областный турнир по дзюдо на призы УСК с поборництвы командные. За узнагороды у двух узростовых категориях змагалися спортсмены с Гомеля, Гродно и Минска, а так само господары, выхованцы с дюшар Гомельского района. У старейшей узростовой группе перемогу святковала сборная Республиканского училища Олимпийского резерву. У молодшей – выхованцы с дюшар Гомельского района.